Сегодня, 22 апреля, россияне приняли бы участие в голосовании по поправкам Конституции Российской Федерации, если бы не пандемия коронавирусной инфекции, разгулявшаяся в мире и пришедшая в Россию. Указом президента дата голосования перенесена на неопределенную дату. Тем временем, каждый день из оперативного штаба поступают все новые данные о распространении коронавируса в регионах страны. Так, по состоянию на 22 апреля на территории России выявлено опять более 5000 новых случаев заражения. Общее количество заболевших – почти 58 тысяч. За сутки скончались 57 человек. Всего за время пандемии ее жертвами стали 513 россиян. В Ненецком округе остается зарегистрированным один случай новой коронавирусной инфекции. Заболевшая чувствует себя хорошо. По состоянию на 22 апреля обследовано 156 контактных граждан. И все результаты на данный момент отрицательные. Но наши граждане, находящиеся в изоляции, должны помнить, что они находятся в изоляции по 23 апреля 2020 года включительно. То есть выходить на улицу они могут только с 24 апреля 2020 года. Состояние заболевшей нормальное. У нее отобраны дважды были пробы для исследования на коронавирусную инфекцию. Мы получили два отрицательных ответа, и поэтому 23 числа она будет выписана из стационара. Добавлю, режим повышенной готовности в соответствии с постановлением в РИО губернатора Ненецкого округа сохраняется в регионе до 26 апреля. Запрещены все массовые мероприятия. Лица старше 65 лет должны находиться в самоизоляции. Школьники и профучреждения на дистанционном обучении. В детсадах только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать.